Дорогие, мы сейчас находимся в Горисе. Это ближайший город у границы с Арцахом. Здесь находятся женщины и дети и мужчины, которые были вынуждены покинуть Арцах. Мы являемся очевидцами того, как многие жители Арцаха, будучи на волоске от смерти, просто бежали оттуда, оставив свои дома, не успев захватить с собой даже самое необходимое. Сегодня эти люди в огромной нужде. И церковь сегодня приехала сюда не с пустыми руками. Мы приехали протянуть руку помощи. Мы здесь, чтобы поддержать беженцев и хоть как-то облегчить их участь. Возлюбленные, я призываю вас объединиться с нами в деле помощи беженцам, потому что эти люди нуждаются в поддержке каждого из нас. Как сказано в Слове Божьем, «Я был голоден, и вы накормили меня. Я хотел пить, и вы напоили меня. Я был наг, и вы одели меня». Дорогие, сегодня Арцах столкнулся с катастрофой. Народ вынужденно покинул свои дома, и мы, как церковь, обязаны сегодня быть рядом с ними и молиться за них. Конечно, мы будем молиться за них, делиться Словом Божьим, снабжать пищей и помогать всем, чем сможем. И также хотим поблагодарить всех, кто уже присоединился к нам, и хотим еще раз призвать каждого не оставаться равнодушными. Давайте объединимся в оказании помощи беженцам из Арцаха и сделаем это вместе. Да благословит вас Господь!